С целью повышения надежности электроснабжения потребителей с 2019 года в Подмосковье действует упрощенная программа консолидации сетей садоводческих объединений. Так, 1179 СНТ Западного Подмосковья передали свои сети на баланс филиала компании «Россети Московский регион» – западные электрические сети за период с 2019 по 2022 год. Одним из лидеров является Одинцовский округ. 122 СНТ муниципалитета присоединились к данной программе. Одно из них – ПСК «Эко-1» села Андреевское. Работа по реконструкции электросетей, замене устаревшего электрооборудования консолидированных СНТ – одно из приоритетных направлений деятельности компании «Россети Московский регион». Главная цель комплекса технических мероприятий – обеспечение надежного и качественного электроснабжения дачников. Мы завершили обновление электрических сетей данного СНТ в целях повышения надежности электроснабжения жителей. Заменили 1700 метров алюминиевого провода на более надежный СИП. Работы были выполнены на воздушной линии 0,4 кВт. Осталось заменить еще 240 метров данной линии. В 2023 году запланирована реконструкция воздушной линии 6 кВт протяженностью 2700 метров. Передача сетей в руки профессионалов компании «Россети Московский регион» имеет для садоводов ряд преимуществ. СНТ больше не нужно иметь в штате ответственного за электрохозяйство, а в случае технологических отключений, вызванных погодными явлениями, аварийно-восстановительные работы проводятся оперативно и качественно. Ранее, значит, отключение электроэнергии было до того, как мы передали, она была на нашем балансе. И здесь проходило даже был период, когда не было у нас несколько недель электроэнергии. Перед сотрудниками организации стоит задача не только обновить консолидированные сети, но также в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей осуществлять плановый осмотр оборудования. Я произвожу визуальный осмотр электросетевого оборудования и снимаю показания приборов учета. Стоит отметить, что надежность электроснабжения удается повысить благодаря замене так называемого «голого провода» на современный, самонесущий, изолированный, который имеет ряд преимуществ. Он более надежный по сравнению с традиционными проводами, имеет большее сечение. Повышенная прочность жил и изоляция делает его более устойчивым ко внешним воздействиям. Нам выделяли 6 кВт, сейчас можно 15 кВт. А 15 кВт – это уже устойчивая сеть для обогрева дома, для всех необходимых нужд садоводу. Компания «Россети Московский регион» продолжает работу по консолидации сетей садоводческих объединений. С условиями передачи электрических сетей можно ознакомиться на сайте компании «Россети Московский регион». Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».